Странные советы. Госдеп США официально рекомендует подготовить собственные похороны перед тем, как отправляться в туристическую поездку в КНДР. А «Нью-Йорк Таймс» тем временем выяснила, что американскую армию тайно готовят к войне. Дмитрий Анопченко выяснял все подробности. Советы Госдепа пугающие. Дескать, подумайте дважды перед тем, как отправиться в турпоездку в КНДР. И если уж решились, хоть мы и предупреждали, то до выезда подготовьте собственные похороны. И это не шутка. В официальных рекомендациях американцам черным по белому написано: перед отлетом решите, что делать с имуществом, напишите завещание и выберите опекунов для ваших детей и домашних животных. Для столь серьезных заявлений у Госдепа, по-видимому, есть основания. Одно из них на виду. Американские туристы в Северной Корее могут стать предметом торга, и консул Соединенных Штатов будет не способен им помочь. Но есть и другие факторы, куда менее известные. О них пишет сейчас «Нью-Йорк Таймс». Газета вышла с сенсационной статьей. В ней говорится, американские войска без особой огласки готовятся к крайнему сценарию – войне с Северной Кореей. Неофициально поговорив с военными, корреспонденты узнали, высшее командование приказало накачивать мускулы, но при этом распорядилось никакой огласки, чтобы Кима ненароком не спровоцировать. Приводят и конкретные факты, называя даже номера частей и подразделений. База «Форт Брэк» в Северной Каролине, учения с участием ударных вертолетов «Апачи». 82-я дивизия в Неваде, репетиция десантирования в темноте, имитируя зарубежное вторжение. А в феврале так и вовсе более 1000 резервистов будут практиковаться в создании мобилизационных центров, которые понадобятся, если страна срочно направит свои войска за рубеж. Означает ли это, что Соединенные Штаты уже выбрали стратегию? В Пентагоне неофициально мне сказали «нет». Министр обороны выступает за дипломатическое решение. Он считает возможную войну с Северной Кореей катастрофическим сценарием для страны, но обязан к ней готовиться. И для того, чтобы в Белом доме понимали, военные воспринимают проблему серьезно. И чтобы на самом деле быть готовыми к любому вызову. Если дипломатические переговоры, на которые нынешняя администрация то соглашается, то отвергает их возможность, в какой-то момент не сработают. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер».